буду сажать еще абрикосовые косточки, чтобы были деревья. Тут вот у нас растут деревья. И мы в позапрошлом году сажали такие же косточки. И у нас, посмотрите, растут здесь абрикосовые деревья из косточки. Раз дерево, два, три, четыре. Сейчас покажу, еще было. Смотрите, какое большое абрикосовое дерево выросло. Вот, из косточки, прикиньте. Вот когда-то такую косточку посадил позапрошлом году. И в этом году уже сантиметров 30 дерева. Вот еще одно дерево. Вот. Тоже абрикосовое дерево. И еще одно. Вот. Хочу еще посадить, только что покушали абрикосы, купили. Очень вкусные, такие маленькие косточки. Какие-то краснощекие абрикосы. Я бы их так назвал, наверное. Что? Нет, абрикосы прям такие, с красными щечками. Ну вот. Я говорю, я бы их так и назвал, краснощекие абрикосы. Так что сейчас нужно будет посадить это все дело. Я думаю, вон там в углу садить, пусть там вырастет вдоль забора, да? Чтобы посадить абрикосовое дерево и чтобы оно у вас, ребята, выросло, для этого нужно купить абрикос, съесть этот абрикос. Сейчас тут возьму. Есть абрикос. Вот. Просто достать косточки. И, кстати, все эти косточки могут прирасти. Буквально все. Там, может, одна-две косточки не прирастется. Но в любом случае нужно с запасом это делать. Я вон хочу вон в тот угол посадить. Пусть растут потихонечку. Они перезимуют и на следующий год вылезут. Вот сейчас сюда куда-нибудь затолкаем. Сюда, наверное, да, Оль, затолкаем за этот. Держи телефон. Эту штуку мне просто, чтобы в землю втолкать, руки неохота морать. В общем, берете, находите какое-то местечко. Когда вылезет абрикос, вы увидите, что это именно он. В этом году уже вряд ли. На следующий вылезет. Просто берете косточку. Идем. Находите местечко, вот. И, как говорится, просто тупо, тупее некуда, втыкаете косточку туда. Все. Вопрос закрыт. Будем сажать вот так вот по несколько штук. Даже если они здесь расти не будут, мы пересадим куда-нибудь. Поэтому можно и побольше посадить. А может, и будет расти, кто его знает. Ты бы лопату откопал, все бы тени откопал. Ну, так. В глубину закидывайте вот так. Все. И поехали дальше. Видите? Взял, сорвал. Что? Ну, вот это вот. Вот же. Да фиг с ним. Ну так ты ничего и сорвать. Ну, я же говорю, не сажай такие мелкие штуки. Вот там сейчас не оторвешься, откладывай.
Да, не люблю такую фигню, непонятно. Так. Сажаем дальше. И здесь вырастет целая куча абрикосов. Даже если их будет много, ничего страшного, как бы перемешаются в несколько стволов. Все. И вот эти сюда затолкаем. Вот, посадил туда целую горсть абрикосовых деревьев. Если это не трогать, то через 10 лет здесь уже будут большие деревья. Все, не нужно никаких лишних манипуляций. Что-то там замораживать, отмораживать, чего-то, где-то, что-то, как-то. Семечко затолкайте. Перезимует, на следующий год вы увидите росточки такие. За следующий сезон они вот так вот где-то вырастут. А на последующий год они уже вырастут до 30 сантиметров, а может быть и больше. И все. Грубо говоря, за 5 лет у вас уже будет дерево. И все. И никаких проблем. Ну, все красивее и красивее, да, встает? Да.